Задержан один из фигурантов дела о растрате на космодроме «Восточный». Директор одной из строительных фирм, которую обвиняют в присвоении средств, задержали накануне в Минске. По информации следствия, компания потратила около 4 миллионов целевых рублей на расходы, не связанные с космостройкой. Руководителю компании грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого уроженца Грузии искали несколько месяцев. В СМИ прошла информация, что задержали его в необычном автомобиле. Именно авто привлекло внимание правоохранительных органов. Фигурант дела о растрате разъезжал по Минску на сверкающем «Мерседесе», полностью оклеенном стразами «Сваровски». По некоторым данным, такой ослепительный тюнинг стоит втрое дороже той суммы, в растрате которой подозревают задержанного. В настоящее время мужчина заключен под стражу. По данным Амурского управления МВД, сейчас готовятся документы для экстрадиции задержанного в Россию.